Привет, 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 господа и дамы! Продолжаю прохождение, конечно же, с вами Морж, продолжаю прохождение истории Сэма. И, наконец, мы с капитаном добрались до базы подводных лодок, где мы должны найти топливо, собственно, для ядерной субмарины, которая может доставить меня на родину. Фонит тут как звездец, поэтому потихонечку, полегонечку будем продолжать, куда тут идти и чего делать. По-моему, там кто-то пробежал, меня предупредили про каких-то электрических пауков, вот мне их только не хватало, так, по-моему, это и есть электрический паук. А чего он питается, простите, на скорпиона больше похож? Дайте его лупнуть чем-то, не-не-не-не-не-не, товарищ. А если его обоссать, у него будет короткое замыкание? Понятно, об этом капитан меня тоже предупреждал, что он типа все вырубает. Вот единственное, мне сказали хвалить, типа, зажигательными патронами. А зажигательные патроны, как я понимаю, у меня только на автомат. Спасибо. Все, что-то включил, что-то надо обыскать. Зажигательные патроны на автомат нужны. Ну, наверное, во-первых, давайте сделаем аптечки. Ага, у меня ресурсов хрен есть. Так... Почистить тоже особо не получится, да? Судя по всему. Эх. И починить противогаз. Ну ладно, это сделали. Мне нужны зажигательные патроны. То есть вот такие, да? Но у меня есть обычные, есть зажигательные. Я же хрен их сделаю. У меня просто банально материалов нет. Одну только получится сделать. А как автомат перезарядить на другие патроны, а? Не расскажете мне? Сменить тип патронов. Ладно, наверное. Сейчас какие у меня? Ну, скорее всего, не зажигательные, потому что всего 101. Так, тут дверь у нас закрыта. Кстати, противогаз тоже заканчивается, если что. Ладно, я понял, куда мне идти и что делать. Что-то как-то не очень паутина горит. Она вроде веселее горела раньше. Так, значит, ищем, если что, зажигательных тварей. Не забыл, блин, не зажигательных тварей. Естественно, электрических тварей. Вон, вижу. Вот, сука, свалила. Здесь вроде тишина и благодать. Вот мне не нравится только то, что... Ага, вижу. Но это обычные вроде пауки, да? Вроде обычный. Ну иди сюда, зараза. Сука. Чую, их будет много. А, они же от этого, они от света, да, они от света сгорают. Так иди сюда, да иди сюда, что ты постоянно убегаешь? И, по-моему, их ножом можно добивать, да. Это я помню еще из метро Эксодуса, когда я за Артема бегал. Значит, нужно фонарик, чтобы у меня всегда был на максимуме. А с остальным разберемся. А электрические пауки им, походу, похер на свет, они еще плюсы вырубают. Опа. Минуснули мне фонарик. Ну и как идти? Факели, говорю, надо было взять. Точно, пригодились бы. А, это типа шутка, я понял. Факелы. Ну да, смешно. Смешно. Очень даже смешно. Фух, надо хоть какой-то дроп собрать, потому что я загнусь без дропа. Как я понимаю, я уже достаточно близко к концу игры, поэтому это, скорее всего, последняя серия. Уже надо просто добить, закончить и переходить к какой-нибудь другой игре. Кстати, вы спрашиваете в комментариях, типа, что будешь снимать дальше. Планирую какой-нибудь хоррор. Пока не выбрал какой, но планирую. Чтоб с эмоциями, чтоб красиво, чтоб я хотя бы повизгивал в процессе прохождения. Так, фильтры, это хорошо. Вот почему мне только на дробовик не дает апгрейдов? Я бы не отказался. Желательно вообще другой дробовик такой многозарядный. А ну иди нахер. Так, этот отклеился. Отклеился. Все? Всем спасибо, все свободно? Не, ну обычные пауки, ладно, это полбеды. Меня вот эти электрики напрягают. Скорее всего, мне надо посмотреть в управлениях, как сменить патроны. Так, управление, клавиатура, оружие.
Следующая, предыдущая, огонь, прицел. Дополнительное оружие, удар, использовать, спрятать оружие. Использовать интерактив. Удар прикладом, дополнительная перезарядка. А как сменить тип патронов? Меня вот это интересует. Через интерактив? Зажимаю Е, ничего. Аптечка, блин, не то. Фонарь подзарядить, ну тоже вроде не то. Блин, да включись. Без фонаря. Может через R? А, нож кинул. Короче, я не знаю, как сменить тип патронов. Поэтому давайте пока добьем дробовик. Обычные пауки вполне себе с него уходят. А потом уже буду разбираться, сколько патронов обычных из автомата надо выпустить в электрического. Сука, электрическая, вон, пробежала. Короче, меня к ним, походу, готовят. Типа, ща прям будет. Я в генератор. Понял. Паукам здесь есть откуда лезть или нет? Рубильник я вижу, но я вижу паукова. Паука. Что такое В? А, типа, я понял. Я вас понял. Соберем драпецкий. Заперто. Ну, единственное, что здесь остается, это рубильник. Ага, и вот еще фильтр есть. Ну, подними фильтр. Вроде все включилось. Отлично, сэр. Ворота открываются. Я пойду по туннелю, а ты спускайся на лифте. Ну, погнали, погнали, капитан. Вот только что у меня противогаз-то так улетает? 24 секунды. Так, вижу паука. Да не, ну блин, он умирает. А как фильтр сменить? Что-то я вообще не понимаю. Радиация, я понял, здоровенная. Ага, у меня патронов нет. Ё-моё. Сдохла? Ладно. Вроде сдохла. Да не, ну не такие уж они и живущие. Ага, вижу. Там другие пауки обычные. О, по фильтру опять 4 минуты. Короче, надо просто фильтр менять. Ничего, пусть привыкают. Откуда они вообще взялись такие электрические? Место проклятое. Вообще с такой радиацией и данной аномалиями неудивительно. Это точно. Я не понимаю, каким образом радиация относится к электричеству. Ну, им виднее. Меня-то всего лишь в школе учили. О, троллейбус. Дайте мне лучше стол, мне бы починить противогаз, потому что мне эти разбитые стекла вообще не вдохновляют. Ага, это кстати. Фильтр, это хорошо. И, наверное, мне сюда. Ой, чую пауков, ой, чую. Меткость уровень. Все, сдохло. Честно, я думал, они как-то поопаснее были. Ау. Так, вроде все. Вроде все. А, я понял, то что у меня снайпер. О, блин, это снайперский ствол на калаш, короче, он не дает очередями лупить. Очередями, конечно, было бы поинтереснее, но, как я понимаю, он урон порядочно увеличивает. Поэтому лучше оставим его, потому что с патронами в любом случае будет беда. У меня не так много ресурсов, чтобы что-то крафтить. Текс. Ну, погнали, погнали. Вон троллейбус наш. Судя по всему, плыть нам надо вот туда куда-то. Так, пока никого нет. Подзарядим фонарь. И поперли наверх. Поперли. Чую, конец уже прям близко. У меня
готовы к погрузке. Только найти электрощит. Нужно подать питание. Ясно, Эд. Сейчас найду. Сейчас все найду, капитан. Я ж такой искатель, что мама не горюй. Интересно, как потом с лодкой вообще это все будет происходить. Наверное, вот это оно. Отлично, работает. Ну тогда грузись, капитан там. Грузится. Сейчас чую, должны кто-то выпрыгивать. Ага. Это мы чужую подлодку, типа... Почему на этой подлодке нельзя было куда-то уплыть? Ну что-то я не вижу ее. Ага, вижу. Обычную вижу. Еще одну обычную вижу. Сдохла, сдохла. А вот электрическую что-то я не вижу. Откуда ты тут взялся? Странный паук, а? Это сука. Сколько вас здесь? Не видно ни хрена. Так, чё я задыхаюсь? У меня 23 минуты. Я не понимаю, чё я задыхаюсь. А я без газика, блядь. Полсекунды не хватило одеть. Реально, полсекунды бы я одел противогазовый, и все было бы нормально. Вот же хрень, вот же хрень. Блин, умер реально на пустом месте. Вроде даже от этих тварей отстрелялся. Ладно, первая серия... О, блин, первая смерть за серию, небольшая беда. Да, я уже понял. Ясно, Эд. I'm on it. Я уже понял, куда идти и что делать. Лучше с пистолетом постою, на самом деле. Потому что что-то автомат меня не вдохновляет. Вылазить она отсюда будет, я понял. С этими одиночными выстрелами... Как-то все не очень ок. А пистолет у меня, в принципе, автоматический прицел удобней. Хотя можно просто на автомат прицел поставить такого же варианта, то есть не снайперский. Я думаю, мне снайперский уже и особо на нем не пригодится. Так, во-первых, можно сменить ствол. Стабильность, скорострельность. Тут точность и урон прям жестко лучше. Я лучше вот такой прицел остановлю. Да. С ним явно будет полегче. Давай, врубаем. И погнали сразу эту тварь валить. Давай, капитан. Разруливаемся. Ну, явно удобнее, чем пока он к оптике привыкает. Ну, вон, вижу, зараза. Что-то не очень. Да. Давай, заклеивай. Вижу, 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 вижу. Так, капитан, где эта зараза? Ты откуда тут взялась? А, из дырки. Я понял. Ну, все, капитан, все работает. Грузись дальше. Нормально, обокрали чужую подлодку. Так можно было на этой двигать, она поменьше и жрет меньше. И народу для обслуживания надо меньше. Вижу. Суку. Да сдохни ты. Вроде все. Давай, капитан, грузись, грузись, грузись. Я пока на стрёме. Короче, я не понял, как менять фильтры, поэтому легче снимать и одевать противогаз. Ну погнали, погнали, погнали. А лифт какой заработал-то? Ну вот сюда, наверное, мне. Ну, не хочешь лазить. Нет, судя по всему, не... А, вот лифт. Вот он, лифт.
Погнали вниз. Мне бы реально противогаз починить. Вот прям вообще бы хорошо было. Пауки, 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 пауки. Ну, взяли лифт, наебнули. Такое ощущение, что паукам это ядерное топливо нужно. Конечно, я жив, товарищ капитан. Я главный герой, как бы. Это в дополнение. Я хочу домой. Я хочу к фазеру. Эд, я живой, а вот лифт не едет. Ничего, главное, жив, прорвемся. Ищи выход в вентиляцию, по ней поднимешься ко мне. Понял. Понял. Понял, тогда пошли, Сэм, раз ты все понял. Что-то не очень-то похоже на вентиляцию. Good stuff. Сука, бегают. Но как я понимаю, когда они вот так вот пробегают, по ним стрелять смысла особо не имеет. Это типа катсценовые пауки. Вон еще один. Ёлки-палки, сколько же их здесь? А у меня еще и патроны. А ты сдохнуть уже должен был, эй, паучиха. Вон еще один. Блять. Вообще я понял, одни вырубают, эти нападают. Сука, сука. Я вас понял. Значит, двигаемся. Быстро, быстро, просто бежим. Бежим, бежим, бежим наверх. Дверь закрыта. Дверь не вижу. Значит, патроны, блин, быстрее закончатся, чем пауки закончатся. Типа, да, я вон вижу этого электрика, но толку. Вроде загнулся. У меня там с патронами, походу, беда. Да где вы, сука, беретесь, а? Еще два. Один, два. Сколько вас? Давай, 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 выходи из сейфа. Вроде минус. Так, по-моему, один электрик остался еще. Дайте. Еще один. Вижу. Валить-то явно надо электрика, но у меня, блин, патронов уже на автомате нет. Сдохло, не сдохло? Ага, я сдох. Я быстрее сдохну, чем эти, блин, гребаные электрики. Так, по-моему, если я не ошибаюсь, через этот... Рюкзак я не могу патроны крафтить, только через стол. А стола нет. И что с этим всем делать? Так, ладно, давайте попробуем вообще хоть что-то, что может быть получится скрафтить. Я понимаю, подъем здесь будет непростой, мягко говоря. Аптечки. Нужно максимум. Других вариантов нет. Починить я ни хрена не могу, но хотя бы могу, допустим, затариться. Ага, патроны я тоже не могу делать. Ну, короче, только аптечки. Ладно. 97 патронов. Наверное, пока... Красота. Хотя мне электриков надо убивать в первую очередь. Ладно, пошли. Вот она. Тут еще. Я ж вас не вижу. Да сдохни ты уже. Электрик сдох. Ни хрена непонятно, ни хрена не видно. Так, фонарь у меня не работает, я понял. Фонарь у меня не работает, значит надо идти наверх. И тут ни хрена не видно.
Ночник у меня тоже не работает. Я вас понял, ни хрена не работает. А пауки тут, сука, со всех сторон. Угу. Вижу, падлу. Все, отклеился, отклеился. Я вообще не понимаю, как здесь свет. А, он двигается, я должен постоянно. Я понял, я должен постоянно в свете находиться. Я вас понял. Вижу. Еще одну вижу. Все? А, это у меня ночник включился, я понял. Это у меня ночник включился. Ну, вроде все. Вроде прошел. Фух. Так бы объяснили, что свет будет идти по кругу. А, так, давайте ночник снимем, оставим фонарь. Фонарь мне как-то удобнее, привычнее. Что у нас тут еще под ропу? Собираем все и выходим отсюда. Вон мой троллейбус. Эй, троллейбус, подожди, у меня есть билет. У меня такое ощущение, что это выключить сначала надо. А как мне пройти через эту вентиляцию, товарищ капитан? Сюда прыгать? Ну, бессмысленно. Тут он пауки. А, я понял. Он сейчас остановит. Так, да сдохни ты уже. Понятно, патронов снова нет. Беда, печаль. Капитан, сам бы ты с этими пауками попрыгал, а? Валим, валим, валим. Да давай прыгай, блин, Сэм. Не тупи. Честно говоря, я думал, будет полегче. Я тоже. Пауки-то уже были слишком, Рилли. Ненавижу эту гадость. Будто их хоть кто-то любит. Но главное, мы справились. И из туннеля уже почти выбрались, так что... Нет, это не может просто так закончиться. Сейчас выйдет какой-нибудь огромный мегапаук. Душно в этой резине. Это точно. Что теперь, Рид? Думаю, пора вызвать Тома. Точно. Том, это Сэм. Стержни у нас. Направляемся к доку. Отлично. Мы подготовим все к загрузке. Когда ждать вас? Где-то через час. Через час. Хорошо. Будем ждать вашего прибытия. Конец связи. Готово. Отлично. Значит, полный вперед. Давай разгоняй троллейбус. Блин, как волны ужасно выглядят. Посмотрите, ну что это такое? Блин, это максимальные настройки ультры. Какой ужас, какой ужас. Я, кстати, отлично понимаю, о чем люди. Ох ты, капитан приоделся. Конечно, рассказы о восстановлении цивилизации чушь. Но я не могу даже сказать, что ненавижу его. Клим с его зверствами другое дело. Но решает все не Клим, а Том. И будь он хоть спасителем и Буддой в одном лице, я не могу с ним согласиться. Товарищ капитан первого ранга, это правда вы? Семенов? До сих пор на воротах? Да ладно. Так точно. Ну, отворяй, раз такое дело. Есть отворять, товарищ капитан первого ранга. Очень рад вашему возвращению. Да, я тоже. Ну, такой приоделся, чтобы перед Сэм, американцем выглядеть пока красиво. Есть время. Прошу меня выслушать. Ну, валяй, капитан. Ты хороший парень. Честный, правильный. Я морпех, мы все такие. Поэтому скажу, как есть. Я не могу отдать лодку Тому. Просто не могу.
Что ты предлагаешь? Я уже говорил, какой это риск, так что повторяться не буду, ты все понимаешь. По-хорошему, давно надо было вывести ее подальше в море и затопить, но рука не поднималась. Это ведь все равно, что душу свою убить. Корабль ни в чем не виноват, ведь он верой и правдой служил нам все эти годы. Капитан, давай меньше патетики, давай уже ближе к делу. Выбора нет. В одной сборке заряд небольшой. Минер приготовил на случай, если наш план раскроется. Вот детонатор. Меня, где, конечно, детонатор? Обещу, а тебя... Короче, детонатор. Не стану, ты же у Тома доверенное лицо, парламентер. Поэтому, когда я дам сигнал, нажимай. Не волнуйся, ядерного взрыва не будет. Капитан, но я хочу домой. Но и воспользоваться моим кораблем после этого никакая сволочь уже не сможет. Как мне я добраться понимаю, до Техаса, Канзаса, откуда я там? Билета домой. Но я уже неплохо тебя узнал, Сэм. И кажется, платить за проезд назначенную Томом цену ты не готов. Как ты меня узнал? С чего? Но если я ошибся, выбрось эту штуку за борт и все. Только прошу. Сначала подумай. Хорошо? Я хочу домой. Больше почему я должен на вас у русских палиться? Спасибо за доверие, Эд. Я не подведу. Ну, саундтрек знакомый какой-то. Ну ладно. Короче, мне походу дают первый в игре выбор, то есть либо рвануть лодку, либо не рвануть лодку. То есть если я рву лодку, то я не добираюсь домой. Если я не рву лодку, то чувак получает атомоход с 48 ракетами на борту. Ну так себе выбор, если честно. Хотя по кому тут херачить, тут все и так в жопе. С другой стороны, он правителем мира с такими запасами может стать. Ну, меня выпустят принимать решение. Мы к Тому! Увидимся еще! Удачи, товарищ капитан! Пошли, Кэп. Ну, Сэм, надеюсь, ты примешь правильное решение. Надеюсь, капитан. Я пока не знаю, какое решение я буду принимать. Не, ну по сути, как бы, тут мои друзья, тут все дела. Можно вот этого чувачка сейчас минуснуть? Единственное, пожалуй, ну я как я понял, да, это вот прям конец-конец. Пожалуй, я бы оружие побольше сделал, апгрейдов. Ну как-то так все, не очень много. О, с кортиком. Ну красавец, красавец. А мне кивнуть. Интересно, кто ему стрелки наглаживал? Такой бравым шагом, повиливая жопкой, капитан поднимается на свое судно. Да давай просто сейчас рубку захватим, Тома вольнем. Так, но этих тварей тяжеловато будет валить. Они в сферах. Ну, Кэп. Не спеши. Сначала пушку и карманы покажи. Что за херня тут творится? Руки! Смотрю, новенькие у вас. Так точно. Прошу прощения, товарищ капитан. А это что, из его экипажа, наверное? Тебя, сынок. Мне очень жаль, но оружие нужно сдать. И мне придется вас обыскать. Ничего, я понимаю. А кортик? Как дела у тебя? Не женился? Я тут что-то ни одной бабы спасибо, пока не видел. Пока нет, товарищ капитан. Времени нет. Я тут а ты молодец, Витя. Всегда знал, что далеко пойдешь. Этого тоже обыскать надо. Зачем? Не надо меня обыскивать, Вэй. Вот. Нужный Том в нужный момент пришел и не дал меня обыскать. Сколько мы не видели. Ну, здравствуй, Том. Недостаточно долго. Недостаточно. Ты думаешь? А может, ты и прав. Погулял бы еще годик, подышал свежим воздухом и согласился бы командовать лодкой под моим вымпелом. Свежий воздух? Нет, мне все время душно было. Может, сердце шалит? В твоем возрасте бывает.
Да нет. Ты просто рядом, вот и не хватает воздуха. Ну мне в море тоже легче станет от тебя подальше. Так он же командовать лодкой должен, не? Типа, это ж не просто так, это, блин, не дрезина. Это ж уметь надо. Так, что там? Бунт на корабле? Неужели Клим взбунтовался или кто там? Рассказывай, боец. Понятно, я угадал, Клим взбунтовался. Говорят, царь не настоящий. Ну, ща мы им сделаем. Внимание, вы окружены. Выходите без оружия и с поднятыми руками. Клим, что это значит? Я тебя опередил, вот что это значит. Думал, я не добру, что ты меня слить решил. Я, по-твоему, слепой или тупой? По-моему, ты взбесился, как пес. Тебя усыпить надо, чтоб не мучился. Том, я тебя реально уважал. Но ты себя послушай. Сияющий город на холме. Не будем стрелять. Херня же позорная. Решил весь мир ядерной пушкой на фон взять. И сам в белом остаться не выйдет. Да если не стрелять всем на твою пушку, и понты будет плюнуть и растереть, понял? Я порожня гнать не стану. А ну то есть у Тома, в принципе, относительно еще нормальные мысли были. Клим хотел открыть огонь. Абсолютно с вами согласен. А капитан доволен, ему похуй. Предлагаю забыть о наших разногласиях, пока не решим эту проблему. Как ты? Согласен. Том, что у тебя с волосами? Почему они такие жирные? Ты что, рокер? А в диспетчерской уже наверняка люди Клима. Так что никак. Дайте угадаю, мне сейчас всех нужно будет ликвидировать. Нет, достаточно, чтобы удержать лодку. Да и то, пока патроны не кончатся. А их там десятки. У вас есть Супермен Сэм. Как бы. Сейчас Сэм всем глаз на жопу будет натягивать. Джон, есть план. Вы их отвлекайте, а я по-тихому выберусь и открою ворота. А, или стелс опять. В одиночку? У них столько людей, что единственный шанс не попадаться на глаза. Ты прав. Но чтобы ты точно выбрался, нам нужен отвлекающий маневр. Капитан с таким пустым взглядом стоит, им вообще похер. Давайте приступать. Сам мы их, конечно, отвлечем, но будь там осторожней. Окей, я вообще как мишенька проскользну на цыпочках. Сэм, подожди сигнала. Понял. Удачи, солдат. Спасибо. Нормально, русскому капитану спасибо говорить. Я что, присягу забыл? Я присягал американскому народу. Ну, скорее всего. А тут от каких-то русских я получаю командование. Что это за дела? Так, вы же подождете, пока я тут все сделаю, да? Там все обдропаю. Опа. Это явно апгрейды. И они мне явно нужны. Так, фонарь включим. И все ресурсы мне тоже явно нужны. Так, ну неплохой автомат, а еще что-нибудь есть? Десятники! Приказываю вам немедленно сложить оружие. Ладно. И сдаваться. Ну, давайте, проапгрейдимся и погнали. Может, автомат глушитель дадут? А, аптечки, хотя бы три, хотя бы. Мятежники? Почистим. Ты, автомат. Значит, ствол. Серийного огня. Внимание. Непрерывного. Любого, да нет, большой ствол стоит оставать. Кто хоть шевельнется, хоть посмотрит кто-то, расстреливать на месте. Без пощады. Если враг не сдается, так, его уничтожают. Чиним комбинезон. Ну, в остальном, наверное, все. Наверное, все. У меня... Что он у меня, пистолет заглушитель, да? Охрана, а я сюда должен идти? Восстановление порядка. Или куда? Если вы прекратите сопротивление и немедленно садитесь, вам не причинят вреда. Любое сопротивление, а куда идти-то должен? Будет подавляться силой. Типа, кроме как сюда, я никуда не могу идти. Так, меня видят, меня не видят. Ну что я вижу? Минус. Минус два. Где башка? Вроде все. Тишина, благодать. Ага, нет, вон. Или нет. Раз вижу, два вижу. Счет вас много, ребят.
Что за тормоза? Ну, голову мне покажи. Отлично, отлично. Тут еще один. Голову покажи, Ельчитай. Да что, они постоянно будут новые прибегать? Не круто. Вон оттуда откуда прилетело уже. Снайпер, что ли? Не видно ни хрена. Отсюда, здесь постоянно, походу, будут новые прибегать. А куда мне надо-то? Я не совсем понимаю. Ну, отсюда я прошел, отсюда я вышел. Мне надо куда-то в диспетчерскую. Сюда, что ли? По трапу меня не пускает. Вниз меня тоже не пускает. Ну, то есть, единственный вариант сюда. А сюда дальше куда? Объясните мне, куда идти, и я пойду. Ну, оттуда он лупит сразу же. Эх, надо было снайперский прицел оставлять. И оттуда еще прилетает снайпер, скорее всего, вон, вижу. Вижу, убрал. Еще один снайпер. Вроде попал. Ага, скорее всего, вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Точно. Разобрались. Так, пистолет есть. Глушитель есть. Дроп собираем. Какой-то магазин еще улучшенный. У меня вроде и так максимальный. Вижу. Ребят, зря вот так. Вот честно. Сейчас мы... Не, ну вроде более-менее, вроде более-менее. Вроде даже тишина. Хотя, тишина. Так. Умер, не умер. Походу не умер. Вон отсюда высовывался, да? Тихенько, тихенько, как мышеньки. Не сказал бы, что тут прям врагов прям так уж много. Можно и, наверное, и всех перебить. А что здесь у нас? А, вон наверх. Наверх, так наверх. Лучше бы на автомат дали глушитель. Может, стоило винтовку вообще брать. Так, здесь не пролезть. Тут у меня уже трупы. Тут я снайпера снимал. Пам-п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 ам. С людьми как-то полегче сражаться. Так, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Успокоились. Взрывы какие-то, еще что-то. Ну, явно сюда. А я могу просто пройти так, чтобы всех вынести. Ну, типа, это небольшая проблема. Они знают, что я здесь или нет? Тихо, такс, не-не-не-не-не. Вижу фонари. Значит, надо играть в ликвидатора. Покажи голову. Оп, показал. Показал голову, а зря. Где еще фонари? Чё-то не вижу. Наверное, все. Не то, чтобы я был. Опа, снайпер, вижу. Все, нету снайпера, зато есть внизу люди. Короче, пистолет в итоге оказывается одним из самых удобных стволов здесь. Все, маслину поймал. Поймал. Где? Да чё ты встаешь, а? Ну лежи уже спокойно.
Так, давайте выключим. Что тут надо выключить? Течка. Выключить-то что? Я думал, где-то здесь рубильник. Ага, вот. И, наверное, вот так вот стоит сделать. Раз здесь темнота, фонарик меня спалит, а ночник не спалит. Ну, чисто теоретически. Хорошо, что я его нашел в тайничке. Опа. Свет, фонарик, вижу. А чё ты голову убрал, а? Так же хорошо торчал. Вот одна торчала зря. Реально, пистолет, блин, самый удобный. Не знаю, зачем я этот дроп собираю. Судя по всему, тут уже до конца пару шагов. Но пусть будет, на всякий случай, в хозяйстве все пригодится. Я вообще еще тут хомяк. Хрена себе, что это за штука? И теперь мы можем отбиваться сколько угодно. Хочу. Так что сдавайся, пока мы не приняли всех моих сообщников. Это пистолет такой? Как интересно. Вы сидите в этой жестянке, как загнанные крысы, а я должен сдаваться? Да у тебя крыша поехала. Типа какой-то крутейший пистолет. Сейчас поверим, приведет из тебя дымок и чувства. Хватит лопатиться, занять укрытие и приготовиться их выкуривать. Сюда один убежал еще. Ну, судя по всему... Блин, батарейка заканчивается. Сейчас. Подзарядимся. Раз. А во-вторых, давайте посмотрим, что это за штуку. Я вообще подобрал два. Что это за хрень? Ублюдок. Стеллион. А под какие он патроны хоть? Вроде тоже под пистолетное, но, короче, это какое-то... Что-то неясное. Типа самодельного автомата. Хер его знает. Ладно, в любом случае, остаюсь со своим пистолетом. Мне как-то с ним удобнее, привычнее, а еще он с глушителем. Одни плюсы у оружия. Так, смотрим. Ага, вон вижу, как я его пропустил. Стреляют. А зачем стреляют? Иди сюда. Главное, чтобы сейчас патроны на него не закончились. 30 штук осталось всего. Так, меня видят или не видят, я не понимаю. Если стреляют, то видят же, наверное. Чё-то я... А, я здесь уже на этом, на свету. Я понял вас. Но он, этот ублюдок тоже, как я понимаю, под 50-й калибр. Вот. Но если бы на нем глушитель был, то было бы окей. Но глушителя на нем нет. Вы только орете. Аптечка. Не знаю что, но надо делать. Вниз проход. Сюда нельзя. Ну, чую, у меня сюда. Темнота. Да как я не попал-то, а? А, ну я все включил, мне можно идти отсюда или как? Я правильно понимаю? Или вот сюда в дверь? Так, здесь выход. Здесь казарма, судя по всему. То, про что мне говорили. Ну, значит, погнали на выход. Куда еще? Все, что было, я включил.
Нихуя себе. Не знаю, зачем я все это собираю. Вы только что вскрыли последний цепь патронов. Когда он кончится, придется задраивать руки. С этого момента ты останешься без поддержки, так что будь осторожный. Том, падла драна! Думаешь, ты будешь взрывать моих людей, и тебе это в труд зайдет? Игра думаю, сразу да. Шла по-крупному, но ты только что поднял ставки. Так вот, я ответил. Покажи голову. А ну покажи голову. Больше я с тобой вязаничать не буду, а тупо поджарю. И черт с ней, с лодкой. Показал, показал. Поджарить это хорошо, конечно, только у меня патроны заканчиваются. Вот это вот прям не очень хорошо. А здесь, как я понимаю, народу... Они задрались в лодке, но отсидеться мы им не дадим. За каждым люком, за каждой сходней установить непрерывное наблюдение. И всю видно. Территорию обыскать! Несколько наших групп не выходят на связь. На базе действует вражеский спецотряд. Да какой спецотряд? Я тут один. Чтобы их головы были у меня на столе, ясно? Я тут один, как Рэмбо. Пускаю вашу кровь. Мне бы оптику на этот пистолет, вообще бы цены ему не было. Давайте, покажите. О, ни хрена не видно. Хотя вон башка вроде. Так, голова, голова. Не видно. Теоретически вот здесь. Голова. Ох, ни хрена себе тут обрейдов. Это на вот эти ублюдки, походу, обрейда. Вот только, по-моему, в обычном метро он ни хрена не был 50-го калибра. Ладно, сука, далеко ты уйти не мог. Я очень близко, ребята. Ага, вон вижу. Засекли. Засекли. Уж точно засекли. Хрен на себя. Эти тоже, блин, начали эти коктейлями кидаться или чем-то на них. Ну ладно, раз пошло уже мясо, то можно и автомат доставать как бы. Короче, понятно, когда у них выключается лазерный прицел, они мертвы. Стрелять до выключения лазерного прицела. Что за лаги? В самые ненужные моменты. Ой, тут и длинный ствол, и чё только нет, блин. Что за автоматы у вас тут, ребята? Прям очень все чётенько. Чем меня так ведет, непонятно как. И что здесь? Спрыгивать. Я что-то, если честно, не совсем понимаю, куда мне надо. Вот как-то так. Ну туда, наверное, куда-то. Скорее всего. Потому что если не туда, то куда? Вроде ж уже все включено, все сделано. Вот проход куда-то. Наверное, сюда. Наверное, все-таки сюда. Короче, называется «Бей по лампочкам». Ну да, так не особо видно. В очередь, сукины дети, в очередь. Вниз побежал. Вроде вниз. Ой, да шо ж вы все так умереть спешите, а? Блин, ну много, да, на самом деле, правду сказали, много народу. Все пока всех перебью, у меня и патроны могут закончиться. Хотя, может и нет.
с патронами там. А главное их контролить. Что если я с каким-нибудь дробовиком останусь на дальних дистанциях, ничего хорошего из этого не будет. Вроде все. Вроде все. Опа, вылазит. Братва, тут ловить нечем! Валим! Бля, оно вроде показывает, что какие-то апгрейды, но что-то я этих апгрейдов не наблюдаю, не ощущаю. Опа, глушительный автомат, да, по ходу дела? Где еще там кто? Ты зря надеялся, что твои люди смогут меня остановить. Зря. И за это они ответят. Но сначала разберемся с тобой. Выпускайте сутулы! Ё-моё. Ебаки. Понятно. Принесите мне его череп. Мне нужна новая пепельница. А у меня нету этого... Какое клише. У меня же нет дробовика. Я ж его на этого ублюдка сменил. Ух, зараза, сейчас будет. Ну, надеюсь, патронов хватит. Надеюсь, их не так много будет. Пока вроде хватает. А, они что же в голову, да, с одного патрона ложатся? Да-да-да, я понял. А в тело с двух-трех. Ты куда бежал? Американского тела хотел. Не дамся, не дамся. На канистру похоже. Канистра есть. Такс. Вижу, заразу. Ты куда полез, мартышка? Это что, какой-то, блин, усиленный был, столько патронов выдержал. Тут кто-то сгорел. Ну, мне сюда, наверное. Думаю, сюда. Думаю, сюда, потому что больше некуда. А вот и дверка. Заперто. Да я понял уже, что заперто. Наверное, надо сменить этот снайперский ствол на или скорострельный, или на с глушителем. Система серийного огня. Давайте вот это поставлю. Пусть лучше с глушителем будет. Оптику смысла нет. Красный лазер, зеленый лазер, какая разница. А тут на ублюдка что-то добавилось. Такой магазин. Красный лазер, зеленый лазер. Короче, понятно, ни хрена интересного. Ублюдок это вообще, по-моему, из метро Exodus, из первой части, один из самых слабых автоматов. Ну, типа, с ним там особо в начале игры ходишь, и потом ты просто забываешь его, и он тебе нахрен не нужен. Так, почистимся. Вдруг там сейчас какая бойня будет последняя. Хоть уже почти час видео идет. Я думаю, я уложусь. Пистолет чистый. Автомат чистый. Мне бы вот этот автомат заменить на самом деле. Типа он тоже под 50-й калибр. И мне пистолета достаточно под этот патрон. Лучше, когда три оружия под три разных патрона. Самый идеал. Значит так, этого убить. Так кого ты меня нашинкуешь, прости? Да как так, не гоните! Мне же прятаться надо, хоть куда-то. Вот хотя бы сюда. А у кого тут лицо торчит? Да как он после выстрела в голову выжил-то? Что у вас за бронированные русские? Так, вроде все, вроде все. Аптечку используем.
Прицел вижу, где. Вроде ушел. Эти бочки взрываются? Нет? Походу не взрываются. Зря ты к нам приехал! Это вы зря здесь поселились, на самом-то деле. Так вот эти ракеты мне ни хрена не нравятся. Не, по-моему, все-таки надо было оставить тяжелый этот снайперский и ствол, и этот прицел. Здесь бы реально пригодилось. Вот эта баржа пристала. Что за баржа? Да блин, нахрена ты его сменил? Ты чё? Фуф. Сюда, блин. Со всех сторон парят. Короче, надо было все-таки стелсить. Да попади ты уже, блядь. Тихо, тихо, успокоились, все в порядке, все нормально. Сейчас я аптечечку скушаю и дальше продолжу с вами общаться. Нет, да никого ты не прижал. Тебя скорее прижали. Вроде минус. Как мне перебраться сюда? Ау! Как перебраться, понял. Но надо было чуть внимательнее быть. Вот то, что они за гранатомёта лупят, мне как бы ни хрена не нравится, вот честно. Это, по-моему, уже перебор. У меня гранатомёта нету. А я бы хотел. Из этого огня не видно, где твари. Так, как здесь? Сюда? Так, что-то я прям как-то прям выпрыгнул не в том месте. Так, беги. Сколько народу, блин, положил? Итак, у нас тут как бы ядерная война, и людей не так много осталось. А я тут здоровых мужиков, которые могут размножаться. Минусую. Просто пачками. А, кстати, такс. Как я понимаю, мне вот здесь вот сейчас надо хотя бы хоть как-то собрать дроп. Потому что патронов реально жопа. 101 плюс 36. Ну, так еще себе. Так себе на самом деле, но все равно лучше собирать, потому что скрафтить их точно будет негде. Убить его! Голову мне его принесите! Голову! Да не будет тебе моей головы, чувачок. Я же все равно в итоге выиграю, только мне решать на самом деле, что будет с лодкой. У меня есть детонатор. Детонатор всегда решает. Сверху откуда? Вроде тишина. Так, мне вот туда, наверное. Вот сюда, потом сюда. Обыщем вас, товарищи, на всякий случай, вдруг у вас что-то хорошее есть. Клин, да знаю, я с кем связался. С тобой связался. Ну, у тебя уже чек 50 полегло и... Как бы, типа, я жив. Значит, хоть дергайся, хоть не дергайся, выигрываю я. Это вообще, блин, на ручной пулемет похоже. Ну, патрошки пригодятся. Доклим, ты крепкий бастард. А откуда вообще вывод, что Клим бастард? О, у вас тут кто-то от водки умер. Прям взял и от водки умер. От столичной. Здравствуй, Клим. А где ды... О, ну хоть дырки нарисовали в двери. Я уже думал, без дырок обойдутся. Как-то криво было бы вообще. Вот кричать, то, что у тебя автомат заклинило, было реально зря.
Сам ты пиндос. Ты есть зверь, но тебя надо судить как криминал. Мы вешаем бунтовщиков в наших краях. Диспетчерская, ситуация под контроль. А еще мы вешаем... Вы сами знаете кого. Таких темненьких. Скажи своим. Так принято у нас в Техасе. Сюрприз, падла! А зачем было меня предупреждать-то об этом всем? А, Клим, ну серьезно. Мог бы по-тихому топор в голову и все. Ну, падла! На тебе ведро песка. Откуда оно взялось? Непонятно. Магическое ведро. А почему? Что, меня убьет? Это смерть? Мне это не нравится. Они лодкой таранят землю? Мне кажется, они немножко неадекватные. О, стекло. Почему не сразу было этого сделать? Да все, падай. Скрою! Так, лодка выходит, где детонатор? И что мне делать? Ну это катсцена идет, это я уже не управляю. Ну, как я и понимаю, нужно разгоняться и прыгать на лодку. Подожди. Чёртова лодка. Сэм, пора! Я их в центральном посту задраю. Решай скорее. А, ну вот и выбор. Короче, взрыв, лодки, лодки хана. Не взрыв. Я не знаю. Ломайте скорее, живьем, брат! Что за тормоза? А, это заставка началась. Я думал, уже игра повисла. Ну, меня спросят, рвать, не рвать, или он сам решит. My flower. Сэм, ну надо рвать, вот на самом деле. Тут без вариантов. Ну, можно будет найти как-то путь, как добраться до США. Не обязательно же на ядерной подлодке. А здесь, блин, 48 ракет. Они могут продиктовать сейчас любому государству, нет. Вообще любой общине свои условия. Ну или максимум уничтожить 48 общин. Но я не мог поступить иначе. А, я ему оставляю лодку. То есть мне, даже не мне дали решить. Вот что-то я чую на самом деле, что, короче, просто те поступки, которые я совершал по игре, привели к такому финалу. Если бы я сделал что-нибудь по-другому, он бы подорвал лодку. Вот почему-то я так думаю. Хотя я не читал прохождение или еще что-то. Ну, значит, go to home. И зачем в подводном положении идти? Не понимаю. Ну ладно. Какие-то корабли горящие. А где это горит-то вообще? Кто поджег? Мы то в надводном положении, то в подводном, то какие-то корабли горят. Ни хрена не понятно. Ни хера не понял, но очень интересно. Ну что, приплыли? Я был своим среди чужих, а здесь стал просто чужим. Том протянул мне руку. И что с того, даже если... О, золотые ворота, на кнопку. Новой ядерной войны не случится. Старый мир мертв. Ну как бы да, по сути, бить не по кому. Добавится язва.
Ну, блин, типа, ребенок. Никакая стена не кажется мне слишком высокой за билет домой. Особенно, если платить за него буду не я. Надежда увидеть отца. Все, что у меня осталось. Все, о чем я мечтал. А, ну и пиратский флаг, конечно. Да-да-да, я не буду пиратствовать. А флаг просто так. Ну, с собой был. Но все равно, я как-то расстроен. Я надеялся, что мне хотя бы выбор дадут. Ну что, точнее, я его сделаю. А в итоге я просто вернулся домой. И теперь мне искать отца, который за 70, которого, естественно, скорее всего, уже нет в живых. Ну, посмотрим. В принципе, это дает реально задел на сиквел. Можно выпустить серию о том, как Сэм ищет отца. И тут будут какие-то новые американские ебаки. Хотя я буду дико орать, если оружие будет все тоже самодельное русское. Ну, потому что во Владивостоке и в Москве оно как-то умудряется быть одинаковым. Ну что ж, вот на этом и заканчивается история Сэма. Пожертвовал я безопасностью мира ради того, чтобы вернуться домой, но, к сожалению, выбирал не я, а, судя по всему, мои поступки по игре. Спасибо, ребят, что смотрели, спасибо, что пишете комментарии. Надеюсь, как обычно на премьере мы с вами неплохо пообщались в чатике. На этом буду заканчивать, с вами был Морж, следующую игру выбираю, скорее всего это будет хоррор, так что второй канал не умирает, подписывайтесь и будьте в курсе всего, колокольчик, это, конечно, полезно. До новых встреч, пока.